Одной индианке удивительным образом повезло. Случайно упав на рельсы при выходе из поезда, она осталась невредима. Это случилось в Варанаси, северном штате Индии, в понедельник, 14 сентября. В то время, как я выходила из поезда, я упала с платформы и ударилась головой. Люди на платформе вздохнули с облегчением, когда обнаружили, что она жива и здорова. Когда поезд «Экспресс Локманья Тилак» прибыл на первую платформу, одна пассажирка стала выходить до того, как поезд остановился. Она поскользнулась и упала на железнодорожные пути. Слава богу, она жива. Из-за шока женщина потеряла сознание, но повреждений у нее не было.